Всем привет! Сегодня нетипичное видео для канала Сиракес о мошенниках. Хотя, кто же мог знать, что это мошенники? Утром, просматривая телефон, я вот заметил такое, в глаза бросилось интересное видео, хотя не люблю сидеть в телефоне, но в интернете, но вот проглядывая, листаю, думаю, может, что интересное увижу, и вот оно в глаза бросается, компенсация до $1500, и, конечно, меня это заинтересовало, кому не хочется получить $1500. Нажимаю на ссылку, посмотрю, что ссылка ведет на официальный сайт InfoData Pro 2 Monster PB. И ссылка в описании. Евгений Миронов, скорее всего, тоже выдумщик, программист. Он жалуется на то, что он делает программные видео всегда. Ну вот он сделал такое видео. В этом видео он рассказывает, как можно получить деньги за то, что вы сидите в социальных сетях и ваши данные воруют. Естественно, воруют. Там где-то фамилия, где-то телефон, где-то фотки, и предлагает воспользоваться этим, потому что его друг, его жена, его все там родственники уже получили деньги, и достаточно нехило. И он сам $900, там бабушка $60, жена, в общем, все по сотням долларов получили. Ну и, конечно, хочется получить эти доллары, и мы идем на этот сайт. Вот мы смотрим этот сайт, но так как это все на телефоне, я решил отложить это дело до вечера и потестировать это все дело на компьютере. Значит, вот, проверил я, значит, вставлю все галочки, ввести все данные, все персональные сети, аккаунты, то есть все проверить. Там заполняете, значит, такую анкету. Сайт американский, но когда вы заходите на него, он переводится сразу на русский. Это тоже подозрительно, сразу стало. Потом, значит, видите, он проверяет профили, проверяет персональные изображения, телефоны. В общем, быстро, буквально там за минуту он проверяет все, что об вас есть в интернете, и смотрит по базам, своровали ли ваши данные или не своровали. Выглядит все очень достоверно. То есть реально, как будто бы вот сейчас все это проверяется. Ну, единственное, там сайты, как бы такие интересные ссылки, американский сайт находится непонятно на каком хостинге и непонятно, какие там сертификаты. Ну, в общем, вот это вот смутило. Хотя, конечно, получить $1237, кому же не хочется. За ни за что. За то, что вас ограбили, персональные данные уволокли. Значит, после одной, и вот тут вот сотрудник проверяет информацию. Представляете, не бот какой-то, не система, а сотрудник. Ожидайте, сотрудник проверяет информацию. Это круто, чтобы американский сотрудник выходной вечером проверял информацию. Ну да ладно, у них как раз это сейчас темная ночь, или что у нас, если вечер, у них, значит, утро. Вполне возможно, он сидит и проверяет. А занимает это всего лишь 1 минуту или 3 минуты. Это достаточно быстро. И после проверки, вы не представляете, сердце бьется учащенно, и вы видите, что вам причисляется $1237 США. Получить, собственно, да, хочу получить. Вот эти $1237 предлагается заполнить форму выдачи денег. И, конечно, что же ее не заполнить, имя, фамилия и номер карты. Тоже подозрительно, что номер карты, а не номер счета. Но, думаю, ничего, мне все равно куда, лишь бы получить $1237. И я, конечно, ввожу номер карты. Потому что ничего предусудительного в этом не вижу. Невозможно ничего сделать по номеру карты. Ну, хрен с ним, пусть будет. И я ставлю галочки, я заволновался, что я же не гражданин США, думаю, значит, это только для американцев, а нас-то прокинули. Ну, думаю, ладно, раз есть возможности, мужик с России получил, и все у него есть, ну, и я тоже получу. Давайте я нажму галочку, вот, что я не гражданин, что у меня нет медицинской страховки американской, обычно она у всех там есть, без этого жить невозможно. Ну, нажимаю и жду, и реально там был бы термометр, температура аж повысилась. И вижу, что да, все в порядке. Завершение процесса выдачи вам $1237. Но так как вы не являетесь, значит, гражданином США, у вас нет страховки, временную можно получить. Все это за 9 там, долларов. Заплатите, и вы получите временный ССН, так называемый, и получите свои $1237 прямо вам на карту. И, конечно, мы нажимаем заплатить. Что мне, жалко $9, что ли? Не жалко. Система ищет, как же мне им отдать в Америку $9 этих.
И вот тут самое интересное и начинается. Нас выкидывает на российский сайт, где можно оплатить платеж. И я понимаю, что вот, собственно, на этом мы все и закончим. Но думаю, ладно, над этой системой надо поиздеваться. Возвращаюсь на несколько кликов назад, стираю там все, что возможно. То есть у меня нет сетей, у меня нет ничего. Просто заполняю форму. То есть, ну, вообще данные все убрал. И нажимаю кнопочку, значит, проверить. Только имя и фамилию оставил. Он опять трет, опять там 3 минуты. Ну, я уже не стал долго ждать. В смысле, я тут все не показываю. И, конечно, как это ни странно, опять та же самая сумма. Откуда они это насчитали, непонятно. Ну, у меня уже интерес возник спортивный. И я думаю, введу-ка я вместо номера карты вообще, там, вот видите, да, трын-дын-дын, трын-дын-дын. И даже на этот трын-дын-дын все равно придут мне эти деньги. И, как ни крути, возвращают нас на оплату $9. То есть, хотите расстаться с $9, воспользуйтесь этим сайтом. И вообще, будьте бдительны в интернете. Мошенники что только не придумают. А этот способ достаточно честный. Тут никого ничего не обманывают. В принципе, вы сами им перечисляете $9. На этом успокаивайтесь и потом ждете, когда вам придет 1237. Вот, собственно, все. Всем пока.